раз. Ну чё? Прокатило? Это литры и шесть. Литры шесть как раз у нас полтораха. Это скорая или бобик? Нет, это, блин, это полиция. Давай, наливай, а то я пить хочу. А дальше там что хочешь делай. Ну что там? Теперь-то что не так? Все так. О, блин. Ну что, льется ровно? Тут стоп можно нажать. Вон там стоп был. На, большую ставь. Есть. Теперь давай. А я пока попью. В чем прикол? Вот тут не видно, но тут должен Почему? Быть 0, видно. Но тут только точка 8. Ну, то есть нам достаточно 800 миллилитров. Да. Но эта бутылка уже почти заполнена. Она была, тут было 5 литров изначально. Как видишь, она примерно 4300, хотя покупали мы ее в Орионе как 5 литров заявлено. Ну, слушай, это наебывает этот производитель этой воды. Скорее не воды, а бутылок. Ну, я имею в виду, они разливают воду по бутылкам как 5 литров. Обратите внимание, нас просто наебывают везде. Охереть, да? Ну да. Ну тут считай, каждая примерно 7-я. 7 бутылок, 8-я идет уже сэкономлено, оно из-за этого расчеты. Ну да. Ладно, что, доливай в эту бутылку, конечно, в эту дольем. Я отпил как раз, ну не 800, конечно, я отпил, поменьше, но... Хотя я и сам сейчас... Ну, короче, все равно. Все это как-то... Получается. Меня это вообще бесит, да. То есть, блядь, бутылка, на самом деле, 4 литра, да? Я в шоке, блядь. Хотя надо жадными быть? Хотя, что я удивляюсь, действительно. Насколько надо жадными быть? Ну, примерно как минимум уровень... Не надо так говорить. Да, что тот самый уровень. Это не политкорректно. Нет. Скажем так, уровня жителей страны... Ну вот, тоже не политкорректно. Почему не политкорректно? Я ничего плохого не скажу. Ты вообще себе их на стену репостишь. Чё? Оно сбросилось, потому что я долго бездействовал. Ну, видишь как. Ну, далее чуть-чуть. Чё я тут держу, бля? Пиздец. Ну так, пока мы... Пока мы тут болтали? Пока мы у нас сбросился счетчик. Да, придётся 5 минут. Опа. Ржач, да? Не прошел. Чё у тебя там не прошло? Теперь прошел. Ну, доливай. 1,6, ну да. Да хрен с ним, доливай. Ну и все, и хер с ним. Оставь им эту воду. Да. И что там? Кто там теперь едет? Нет. Обычная все. Тачка. Ну что, все, домой? Да. Вот так вот. Да, жесть. Кругом одно кидалово. Опа. Мотоциклисты. Какое удивительное событие. Тихо, нет, отойди на всякий случай. Наконец-то у нас контент. Ну кто-то, да, решил угарнуть. По звуку как будто мотоцикл. Да, я сначала думал, это мотоцикл. Вот это, да, хотел тоже сказать совпадение, блин. Ну чё, ладно. Было угарно, да? Да. О, вот. Опять где-то он там, да? А почему он назад уже? Нет, он не едет назад. Скорее всего, только в ту сторону. Не, ну даже если он назад поедет, уже чё толку-то? Ну да. Это было классно. Да. Не то, да? Другой звук. Это похож. Похож, да? Ну давай так поставим. Нет, тачка слишком высокая, да? Не та тачка. Не та тачка. Там... Да. Там русская была, это не она.
тачка не та. Блин, может он все-таки поедет?